Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Poco X4 GT. И сейчас я покажу вам, как на данном устройстве разрешить установку приложений из неизвестных источников. Для этого мы открываем приложение «Настройки», после чего проходим в раздел «Защита конфиденциальности» и в «Специальное разрешение». Далее нажимаем «Внешние источники» и теперь выбираем какой-нибудь источник. Например, пусть это будет какой-то браузер. Вот, допустим, Chrome. И здесь для того, чтобы разрешить установку из этого источника, нам нужно поставить галочку «Ставим». Здесь нам сразу вылезает какое-то уведомление, с которым желательно ознакомиться. После чего нам нужно нажать «Ок». Итак, мы разрешаем Chrome устанавливать приложение. И можно сделать это с любым приложением из данного списка. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.